Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Вчера в городских квартирах прошли съемки ток-шоу «Дом 2. Остров любви». На ток-шоу организаторы пригрозили прикрыть второй сезон, если участники не активизируются. Пара Рапунцель и Дима после недавней ссоры уже успели помириться с коллективом. Новенький Денис Высоцкий сегодня объявил себя парой с Майей. Утром Донцова по секрету высказала свои подозрения подругам в женской спальне. Майе кажется, что Денис Высоцкий приворожил ее. Ольга Рапунцель, глядя на Марину Африкантову, тоже решила продать свое творчество. Оля пишет: «Я нарисовала картину «Рассвет». Это моя первая картина. Я впервые рисую. Нарисована с душой. У Марины купили картину за 55 тысяч рублей. Вот и я решилась продать свое творчество. Картина нарисована мной и с моим автографом. Предлагайте цену». Чуть позже и другие участники присоединились и выставили свои работы на продажу. Все по 55 тысяч рублей. Представлены картины Саши Гозия с подназванием «Глаза Брежнева в ночи», «Водопад удачи», Марины Африкантовой «Любовь в облаках», «День и ночь», Константина Иванова «Уединение» и «Мишка на севере». Илья Ебаров предложил Кате Кауфман летом поехать отдохнуть в Крым или в Сочи. Катя сказала, что там дорого, тогда Илья предложил Саратов, там есть речка, или Кате в Саранск. Кауфман заявила, что это ужасно – сидеть на берегу какой-то реки и загорать с толпой нищих. Также Илья Ебаров не собирается тратить деньги и на празднование Нового года так, как это хочет Катя, и считает, что можно справить весело и дешево. Ебаров задолжал бывшей жене и дочке круглую сумму, так что теперь Кауфман можно не мечтать о дорогих подарках и романтиках. Интересная новость сайта «Шлок». Валерий Блюменкранц поделился: «Мы выбрали имя для ребенка. Поговорили с татой и определились. Феликс, Мишель. Как вам эти имена?» Сегодня Влад Кадони на тет-а-тете с Мексикой заявил, что после первого сезона Марина одела на себя корону. Кузнецов тоже высказал свое «объективное» в кавычках мнение, и по его словам, Мексика понтореска. Марина ответила: «Весь первый сезон была именно такой, какая я сейчас, а сейчас я такая, как есть на самом деле. Да, у меня свой стиль общения, я эмоциональная, бывает чересчур, у меня своеобразный поток мыслей, понять который может не каждый». Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.